Пойдем еще с ним. Там еще хуже очередь. Мы не пройдем. Тебе сниму. Итак, первую победу. Первый раунд забирает Андрей Качалин. Сейчас, ребята, отдохнем буквально минута отдыха. Итак, спортсмены сразу будут завязываться в завязке. Это экономит как силы, так и время в целом. Кому-то прибавит, кому-то убавит силы. Но... что все-таки Андрею очень даже непросто. Очень непросто. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Надо понять, кто кого здесь. Надо понять, кто кого. Еще, еще, еще! Громче, громче! Ой-о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 й
2-0 в пользу Андрея Качалина. Василий требует. Василий требует. Дадим шуму Василию.
что за битва крюка и верха? Как он держит это, как он это делает? Как это вообще происходит? Хорошо. Ну и любимая, да? Я это не решился делать на проверке на блуд, но надо сделать горизонт на гвоздях. Честно говоря, не знаю, что получится, но надо попробовать. Обычные гвозди садху. Бам! Шо? Вот так вот. Давайте покажем людям, что там все нормально. Вот так. А, небольшая ремарка. Михаил – это лидер в проверке на блуд в планке на гвоздях. Его время 10 минут и... 10 минут, 10 секунд. Два бычьих глаза он сделал. Вот, пока никто не перебил. Так что вот такой вот крепыш. Я звоню тебе, звоню, от тебя опять и вино. Говорить с тобой хочу, но безответный разговор. И в директе на сообщения в телеграм. Да, лучшие, друзья, вы лучшие! Спасибо вам большое. Мне нам так кайфово здесь с вами, правда. Супер. И я хочу исполнить легендарный челлендж «Не корона» вместе с вами. Мы сейчас его вам напомним в песне, а потом все подведем к тому, что мы исполним его вместе с вами. Поэтому слушайте внимательно слова, вспоминаем. Поехали. Я тебе хочу. Итак, Кирилл играет за... Приглашается Ковач Андрей. Попытка установления рекорда мира в жиме лежа среди юношей 14-16 лет. Внимание, спортсмены! Просьба заказывать вес следующей попытки своевременно. Напоминаю, у вас дается 1 минута после выполнения подхода. Thank you.
Флаг одному вес засчитан. Просьба проверить экипировку. Есть новый рекорд. Вес взят. Мы переходим ко вторым попыткам. 110 килограмм на штангу. Вес готов. На помост приглашается Ковач Андрей. Попытка обновления собственного рекорда мира. Внимание, спортсмены. Напоминаю, что для заказа следующей попытки у вас есть ровно 1 минута. К сожалению, попытка 115 килограмм на штангу. Вес взят. Мы переходим к третьим попыткам. 112,5 килограмм на штангу. Вес готов. На помост приглашается Ковач Андрей. К сожалению, попытка 105 килограмм. За второе место награждается Гакулеев Леван, возрастная категория открытая, весовая 67,5. Нормально, нормально. Нормально. Ну вверх подними. Вверх. Дамы и господа, представляю вам. Итак, значит, отвыступали сегодня, так скажем, отстрелялись. Нет, плохо, да? Ладно. Хорошо. Было бы отлично, если бы ты вышел в 112. В общем, отвыступали. Стал чемпионом мира и установил мировой рекорд. В общем, следующий город, куда мы хотим отправиться. С Кубка мира мы хотим отправиться сразу на чемпионат Европы. В город Сочи. И там тоже проявить себя и завоевать
звание чемпиона Европы. Да? Основная в двух номинациях. Конечно. Классики и военные.